Здравствуйте, друзья. Сегодня мы играем в Майнкрафт. Я пока не зашел еще в него. Все, зашел. Мы будем играть на карте Саса. Ну, я так назвал. Так. Так. Мы будем зачаровывать вещи. Так. Мы будем... Ну да, мы сегодня выживание. С вами Санко. Ну, и у меня иногда такое бывает, то, что камера сама выключается. Так что я не знаю, когда серия закончится. Может, через 5 минут там. Не знаю. Ну, серия кончится скоро. Серии маленькие будут, они выкончатся очень быстро. Алмазный меч просто точность один. Мне вот это бесит, очень, очень бесит. Этот баг с дверями. Пойдемте на охоту. Версия билд 13 вообще самый хороший. Ну, прям как на ПК все. Пора уйти вот сюда. Че, давай, нападай. Ох, какая овечка. Какая овца. Иди отсюда убить. Коричневая шерсть. Эм, а чё паук танцует? Привет. Привет. Ауч. 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 Паучок. Есть паучий глаз, две нитки. У меня уже 6 ниток, друзья. О, привет. Овечка, знаете, что, мне не нравится просто разговаривать с вами. Иногда у меня, может быть, какие-то звуки в камере, это из-за того, что мой брат совсем взбесился, но он придурок, у меня брат реально. И бесконечно что-то там делает. Не обращайте просто внимания. И на рекламу вот на эти тоже не обращайте. Да, меня нереально бесит. Опля. Привет, Дениска. Ох-ох-ох, деревенская эта тварь. Подходи, подходи. Да, хватит уже. Пора спать. О, бля. Я, наверное, буду улучшать, друзья, свой дом сейчас. Я буду делать крышу побольше. Да, я хочу попрыгать.
Итак, друзья, вы почти закончили. Я сразу хочу сказать, моя камера не умеет ставить паузу. Я не знаю почему, но... О, смотрите, крыша летает. Люблю летающую крышу. Они очень декоративные. Смотрите. Какой-то бред. Скорей. Теперь мы просто сделаем два слоя. Так. Я не знаю, как я правда буду прыгать. Не, я правда не знаю. А, нет. Мне придется как-либо... Ай! Да... Я уже много голода нет, друзья. Да блин, мне правда реально правда достала реклама. Угу. О, блин. Ну, придется делать адским камнем. Да.
Так, у меня все. Да. Все, дом мы улучшили, друзья. Дом мы улучшили. Надо сразу лишние вещи все убрать сюда. Лук у меня не в руках случайно. Нет, но у меня его нет. Раз, два, три. И еще палки нужны. Ну да, все есть. Крафтим лук. Чашку. Так, все. Осталось пожарить еду. Там надо пока проголодаться как следует. Ну, такую специальную полянку сделать. Побегать, попрыгать. Все, мне уже нельзя бегать. Ладно. Хватит издеваться над нашим и голодовым статусом. Ну и все, до свидания, друзья. Это с вами был Санко. До свидания.